Исследовательское управление Великобритании предлагает внести поправки в закон о криптовалютах для облегчения работы полиции. Согласно докладу исследовательского управления, их предложение направлено на отслеживание, расследование и судебное преследование незаконных действий, отмывание денег, вирусных атак с целью вымогательства, шантажа и мошенничества с помощью криптовалют. В докладе говорится, что криптовалюты становятся все более популярными среди мошенников. В частности, в докладе упоминается глобальная кибератака 2017 года, когда хакеры требовали выкуп в криптовалюте за дешифровку файлов. Пройдите по ссылке ниже, чтобы увидеть доклад полностью.